stol. Hacime. Başı. Kim zaşır? Эй! Вот так. Давай, друг, делай. Самый сильный вначале делай. А потом два слабых. Макс, что ты делаешь? 50 раз. Чем за еще? Не можешь, сделал 20, сделал 30, ушел, следующий делает. Я когда видео выставлял, и там музыка есть, видео удерживает. Там авторские права, мне пишут, что вы музыку выставляете. Мне приходится видео скачивать, убирать музыкальную дорожку, снова ставить. Только свое. Можно, но можно ставить чужое, все просто обокурить. Знаешь, такое? Раз, два, чужое, один раз, второй раз, и тебе канал закрывает. Вопрос у блогера вот эти, которые все. Почему они блогеры? Эй! Они просто разрешили. А, если... Ну сколько вы можете там разговаривать? Эй, ну вот зайдите на ковер! Держите двумя руками. У них есть разрешение. Вот тут я выставляю видео. По вольной борьбе, по суду, по самбо, по грэплингу. Есть разрешение, федерацию, ставишь, печатаешь, по президенту, не просто так. И он мне пишет, вы имеете право на это? Я пишу, да, это я снимал. Он говорит, нет, соревнования, все. Все, я пошел. Диана, я сказал, перейдите туда, эй! Сделайте. Вот туда пришли. Вот команда, я вам сказал. Вот. Вот ваша команда. Сюда. Куда вы ушли? Вот здесь команда. Вы еще туда залезли. Вот здесь сюда. Давай быстрее. Вы встаньте на мат хотя бы. Нашел. Ну делаем, делаем. Что стоим? Айдем. Яночка, делаем. Ты делай, и все, он будет стоять спокойно. Тимофей, пятый класс. Он же в детский садик должен прям. Давай. Я ну что? Носочки иди сюда. Тоже бы снял. Да. Все по 50. Встали. Встали, там построили. Вот там построили. Артур, столько сделал? Точно? Проверь. Саша. Поставили место, отворили двери, забрали кимоно. Кто там оставляет, я не отвечаю. Стоп, назад. Вот тут, назад. А выйди с той стороны. С той стороны. С той стороны, выйди сюда. Ну что работает? Что? Встали. Макс, сколько сделал? Сколько? 50. Сколько сделал? 30. Делай еще 20. Вот здесь встали. Сколько сделал? 50. Сколько сделал? 50. Андрей. 50. Точно? Чтоб потом не говорил, что если ты меня обманываешь, то скажешь, я тебя честный. Проверь. А деньги кимоно ушли, поставили на место. Здравствуйте. Да, сколько сделал? Делай ты лучше, потому что Макс будет делать до завтра. Мы ему что-нибудь другое придумаем. Елена, сколько сделал? 44. А? 44.
44, все, поменяли, мам, держи. Еще раз, не забывай свидетельство о рождении, кто должен. А-а-а. Так у вас же 44-30. Нет, это же за твоего было. 44. А 35 у кого было? Тоже у меня, я делал. У тебя стыд. 50-60. А у тебя? Тоже 50. Все, ушли. Катерина, ты сделал по-грецки? Да. Чизэш? Да. Все, смотри. Завтра мы с тобой встретимся. Не надо обращаться. Держи нормально. Кимоно забрали. Айбэк, кимоно. Сережки забыли взять. Что делаешь? Сережки. Да, пожалуйста. Спасибо. Уезжай. Че кимоно валяется? Эй! Катапейч. Катапейч. Чего кимоно валяется? Катапейч! Я забыл крестик здесь. Конечно. Кого? Ты поставил кимоно на место? Почему оно валяется? Что, не твое можно бросать? На вешалку отдельно, чтобы висело. И покажи мне, как ты вешаешь. Есть вешалка? Вену Паш, Вену Паш вместе с вешалкой. Вену Паш, я сказал. Ко мне. Повесь и покажи, как ты вешаешь. Вену Паш. Эй, боец, Вену Паш. Давай, покажи, как ты вешаешь. Иди сюда. Вещь пояс упадет у тебя. Ну как он не упадет, тебе говорят, упадет. Вот тиран, блин. Иди сюда. Еще раз. Берешь пояс. Посмотри. Видишь, как ставишь? Теперь продеваешь сюда. Да. Вот теперь он не упадет. Сделай, покажи. На пол меня. Бог кричает, ты все кимоно покупаешь. Слышишь, вот ты помнишь. Ну будет кимоно было на все. Пойдешь играть, да, здесь. Пойдешь он. Да, все на тебе нос. А дам тебе не просто выгоню, на танцы тебе отдам. Да, выгоню.